Так, что у нас здесь? Опа! Я-ягода? Да ну! Та самая я-ягода, которую когда-то давным-давно съел Бастиан. После этого все, что он мог говорить, это... Я... На всякий случай заберем. О, что? Я могу брать ее бесконечно! Чего? Слушайте, у меня есть догадка, что это какая-то пасхалка на самом деле. Че, подожди, я реально могу ее брать и брать. Прикольно. Используется в крафте никак. Могу ли я ее съесть? Не могу. Попробую кому-нибудь ее отдать. Привет, Селесте, забирай. Нет. Бастиан, прости, что отвлекаю, забери. Что это? Цвет и форма ягод похожа на... Лолошка! Подшутить решил над стариком? Не выйдет! Хе-хе! Я сам кого хочешь обхитрю. Как говорила моя мама, внимательно смотри, что берешь в руки. Так что я на это кино не куплюсь. Ема! Да ладно! Это реально пасхалка!